Были обнаружены тела 4 человек, женщины средних лет и 3 студентов колледжа. Их тела были изуродованы каким-то существом. Инцидент был признан несчастным случаем. Однако, были собраны доказательства, которые помогут объяснить, что же на самом деле произошло. Настало время начать новое расследование. Хули ты это не записываешь? Я это записал. Ты за меня читаешь, это же хорошо. И даже слово хули, ну ладно, запикаешь потом. Что ты вообще делаешь? А может и не запикаю. А может быть и нет. Приветствую всех смотрящих. Мы с Даньком играем в Бигфута. А теперь слово передают Даньку. Ой, ну, всем привет, короче, с вами тут Импал, там, по имени Данёк, все дела, играем вот мы в Бигфут. Анатолий это уже, собственно, сказал. Конечно, конечно, я всегда впереди тебя, все дела, я понял, что графоний надо было все-таки на высокий сбросить просто. Да, FPS вообще ушел, да? Ну, он у меня был где-то в районе 45, там, все дела, но мне такой неприятный. Смотри, какой я дед. Я бы 60, там, где-то ты стрёмный, у тебя лицо широкое, у тебя реально харя, короче, непропорционально огроменная. Ну, вот, теперь у меня когда переменно. Ладно, лицо. Заходим внутрь, я возьму 2 камеры, я их взял. Подожди, я только сейчас понял, что надо сенсу повысить еще. Так, фотокамеры, сигнальный пистолет, хочешь все возьми, я возьму флайер, а мясо возьму. Так, а интересно, у нас есть... О, хочешь дрон тебе оставлю? Где мой ствол? Где ствол? Я ружье себе взял. А где еще один? Что тут один ствол на 2? Не, вот тут пистолет есть. О, давай, вот я вот такой. Так, вот, я только... одну аптечку... Блин, ладно. Если что, потом поделишься. Тут можно предметы передавать. Ну, это... Патроны на пистолет возьми в шкафу, вот в этом себе. Это камеры, это 5 камеры, где... А, нет. Вон, из которого ты брал. Не, вот, из этого, из этого. Где? Из которого пистолет взял. Нашел. Мужик, я нашел. Давай флайер здесь оставим пока что. Я бы на твоем месте взял. Пригодится, это его отпугивает. Тут какие-то 5.56 есть патроны. Ладно, возьму, непонятно зачем. Для автомата патроны. На кресле возьми, вон. Что это? Тоже кидает, плеер. Это отпугивал. Почему плеер? Что? Слушай, ночь настала больно быстро. Да, какой я крутой. Вот это у меня гуачанский. Так, фонарик. Ну и, а что нам надо делать? Нам надо исследовать местность, находить вуд, ставить камеры. А, еще ты, наверное, управление посмотрел. Ну, Q нажимаешь, у тебя быстрое управление. А, вот единственное, что капканы. У нас есть капканы? А, без понятия, честно. Надо капканы. Что-то я не вижу, где капканы есть. Нету их. Было бы неплохо сейчас посмотреть. А, они у нас, наверное, в этой. А, не, вот. Нашел у нас в доме один капкан. Камеру ночного видения взял. Фига мы тут просмотрели. Тут надо внимательнее играть. А, в холодильнике еще мясо, патроны себе взял. Все. У меня много мяса. А, лампочку зажег, аж просела немного. Хочешь, я тебе мясом поделюсь? Да нахер мне твое мясо. А чтоб ты тоже капканы ставил. Я тебе дам 4 мяса. Ой, 3 мяса стой, согласен? Да не надо, не надо. Потом все дашь, Данек. Смотри, я тебе уже дал. А, зараза, не просила. 3 лампочку могу включать и выключать. Так. А, капканы будешь брать? Да не, давай я налегке буду бегать, буду так это, туристом. Так. Это на самом деле не сильно правильно, потому что зависит от всех игроков игры. Я буду туристом. А, хотя ладно, хер. Возьми, возьми. Ты ж камеры тоже брал. Так, во, планшет возьму себе, бинокль возьму. А, нельзя его взять. Так, ну чё, как тебе графоний? Графодроний лучше, чем брейки, ну, это понятно, наверное, обусловлено как минимум ценой, но... Я звук прибавлю. Мне главное, чтобы был атмосфероний, так сказать. Атмосфера хорошая.
Да, чтобы было сыкотно, чтобы было страшно, чтобы я хотя бы раз матюкнулся, но от страха. Так, ну чё, куда пойдем? Смотри на указатели. Так, пойдем, короче, в деревню. Пошли. Волка, слышишь, в кусты, что-то там в кустах, вороны. Вову не слышу, к сожалению. Я вот волка слышу. Я вижу красную траву. А, ну это кровь. Так, а где камеры-то ставить? Можно прям возле входа в деревню нам долбануть камеру. Тотем бери. О. Это нам надо, чтобы, если что, воскресить потом кому-нибудь. Правда, сколько штук, я не помню. Ну, неважно. Один раз точно сможем воскреситься. Смотри в оба, Даню, потому что мы пришли в деревню Гранд Грув. А вот... Так, я пока попробую что-нибудь поставить. Так, камеру поставил. Ага, камера есть, капкан. Капкан поставил. Так, инвентарь. Так, вот в этот, в капкан надо мясо. И... Блядь, как вложить-то? Так, капкан... Слушай, мне вот интересно, что это за деревня такая, в которой просто тонна патронов в шкафу лежит, самых разных. Подготовились просто, пацаны. Так, мясо положил. Так, а вот... ты не слышишь? Слышу. Это моя божественная... Вот только единственное, я не понимаю, как эти ветки добыть. Мне кажется, надо эти кусты резать. Ну, наверное. А ты не знаешь, как ветки положить? Я вот не знаю. Честно, даже не догадываюсь. Мне бы... Хотя у нас капкан и так в каких-то ветках, пофиг. Нормально, у нас, короче, одна ловушка есть. Я тут пока бегаю, утаю. Ты, если чё, 7.56 или какие там патроны? Ну, 7, короче, это мне для винтовки надо. Мне потом отдашь, окей? Слышишь, это нашел биту, ее перевели как бейсбольная кепка. Нормально. Нормально. Я гаечный ключ какой-то нашел. А я плавать умею в этой игре или нет? Умеешь. Умею. Пипец, я на очко сел. Телефон зазвонил дома. А там... Ну как там с деньгами? Не знаю как. Нормально. Патроны какие-то есть, если надо будет попробовать. Чё происходит, Данёк? Он в капкан попал. Где? Где? О, вижу, это гнида! Где? Стой, где? Сука! Ебать. В кусту убежал, тварь! Хуя себе, вот это звук, я аж на очко сел. Ебать, я через забор перепрыгнул. Куда этот падла убежал? Смотри, эта тварь может днем хилиться, если найдет зверя какого-нибудь и сожрет, понимаешь? Короче, эта гнида, блин, попала в твой капкан и убежала. У тебя вот, смотри, активируешь планшет, я через камеру на тебя смотрю. Не лутай капкан. А, ты его чинишь, да? Я не знаю, как его чинить, я его просто поднял и поставил. А мясо положи в него. А, блин. Задерживай. Не нажимай, а задержи кнопочку и мясо положишь. Все, хорош. Все через планшет можно по камерам смотреть. А уже день наступил. Да, уже. А, пойдем, пошли в следующий чекпоинт, тогда, да? Тут... А мы все облутали? Мне кажется, не все. Не, мы не все долутали, надо долутать все. Вдруг тут еще ствол какой-нибудь лежит. Мне почему-то кажется, что это так и есть. Я в толчок слазю, там все. Ну я был есть. Прав, собственно. Винтовка? Какой-то дробовик. О, это нормас. Это всяко лучше, чем этот долбанный Булачаров. Ты потом... смотри, могут быть пароли всякие от сейфов. Ну, топор большой нашел. Че это? Я свечку зажег. Мужик, да у меня уже столько оружия, что просто закачаешься. Ну, нужны будут патроны на пистолет, я тебе дам. Да не переживай. Где эта гнида? Она тут. А чё хил этот появился? Хилбар? А, он захилился, наверное, поэтому. Да, он еще хилится, падла. Питер, я не могу... Питер, я не могу нигде тебя найти. Я нашла дневник Руби. Почитай, но не бери ничего. Я тебе все расскажу сегодня вечером. Встреть меня у водопада. Моника Чемберс. Ну пошли к водопаду тогда. Херли. Лом можно взять. Нахера я вот это все подбираю? Я гаечный ключ взял. А у тебя место до хера, подбирай все. О, тут еще одна записка.
Питер, я пошел с Руби к той ловушке. Ей нужна моя помощь. Будь осторожен. Моника Чемберс, что это за три пипиловки, блядь? На камере кто-то был. Он на камере! В капкан попал! Блять, он орёт! Да ты задрал, мужик! Можешь потише? Вон это гнид... Сука... Блять, да он заебал убивать постоянно. Ладно, пусть убегает, я записку нашел. Я поищу Монику в домике на дереве. Я должен ее найти. Руби, посмотри водопада. Питер Милс. Ну, короче, пошли к водопаду, к домику на дереве, на водопаде. Мне вот такой вопрос. Какого хуя тут стоят надгробие? Это обычный деревушка. Ты не забывай лутаться в шкафах там тоже. Да я в шкафах лутаюсь, лутаюсь. Я вон в сортир даже зашел так чисто, чтобы проверить. Но там, к сожалению, ничего не было. Тут шампусик есть. Шампусик. Да, бинокль, его свечку зажег. Я уж тут облутал. О, тут даже можно просто свет включать в доме, прикинь. Ну, это я заметил уже. Так, ну что, тогда поперли дальше как-то. А дальше как-то это как? Это вот сюда вот на дорогу, ну, пошли по дороге, короче, ладно. У нас на карте, кстати, новые места отмечаются. Да что-то у меня ничего не отмечается, я вот не знаю. Поэтому я пойду просто вот как есть. Ну, у тебя камера должна... Водопад, пошли к водопаду. У тебя, по крайней мере, камера должна быть. Ну, камера-то да, стоит эта камера, но... Ну да, ну и есть она, и все, и это все. Так, домик у водопада. Водопадный Грей нашли место. Да что-то... А, вот, теперь отметилось у меня на карте. О. О, тут должен быть Питер, или не Питер, а ты понял. Так мы ж домик не нашли. Ну нет, тут там же, там эти челики к водопаду ходили и все такое. Опа, камеру шаг, посмотри. О, он... Да, камеру сломал, сука! Он камеру сломал. Может, пойдем обратно? Да, пошла на жопу камеру. Пошли, ходи, смотри на этот прекрасный... А в водопаде нет прохода? Хз, я что-то нажал. Не, нету. Ты что стреляешь? А я что-то нажал, мне интерфейс плюс куда-то делся. Смотри настройки. А, я escape нажал, что-то здесь, ладно, странно, баганул. Мне кажется, вон, видишь, забор какой-то тут есть, туда, наверное, идти надо. Да, туда нам надо. И тут где-нибудь камеру новую поставить, потому что эта падла уже сломала тот капкан. Волчара! О, стреляй! Сука, да как в тебя попасть? Бля, какой я ему уродский в этом? Да, это не в Warface стрелять. Да, блин, даже в арке попасть проще, если уж на то пошло. Ну да, есть такое. О, ну, дерево, генерал Шерван. Ладно, здесь обутаемся. Ночь, кстати, настает. Мы его бесконтактно пока продамажили. Это кто? Медведь? Где? Чё, где? Тут медведь заорал. Где? Ты не орал ничего. Блядь, медведь! Стреляй! Не бесит меня! О! Давай медведя разделывать. Я медведя разделал. Миша, ты нахуя съел Машу? Ладно. Ставлю камеру, прям где Мишу захавали. Так, положить мясо. Все, веточки, я вообще в душе не знаю, как пока ложить. Тебя кормит, ну, мужик стоит, у тебя в ляжке торчит немножко. Кто? Топор, подожди. А я его подобрать могу. Нет, это мой топор, иди. А как это произошло? Ты меня не продамажил, слава богу. Ну это хорошо, что я тебя... Поселение коренных жителей Америки, у которых патроны на пистолет. Нормальные коренные жители. Кто орёт, ёб твою медь? Кабана хавают, где? Я обос... Вон кабан бежит. В кусты убежал, ладно, фиг с ним. И у меня что-то с другой стороны орут как-то. Вроде уши правильной стороной. О, тут медведь. Ох, нихера, я тут записок нашел, сколько.
Отчет номер один. Область. Национальные государственные парки Редвуд. 562. Да, местоположение Калифорния, США. Дата 23-го. Слушай, я, может, это все читать не буду, типа... Читай, читай. А, мужик, иди за скрин, кто захочет, тот почитать. Там до хера читать, прям пишу. Где? Вон маленький, вон маленький, вон смотри, вон там, вот здесь. А, книга? А, ну, посмотрите книгу, мы книгу не читаем, вот записку маленькую вот, давай. Вот записки, это, блин, да это, сука, хохлы ебаные, блин. Хохлы. Пидор, я понятия не имею, где ты, я ищу тебя уже весь день, я не могу найти Монику, встреть меня у палаток вечером, Руби Брей. Это ты так топаешь страшно, блин. На самом деле тут кусты сами по себе могут такие звуки издавать. Вон кабан, кстати. Блять, сука. Тут статуя медведя стоит. Да. Вторая ночь пошла. Кабан съебался. Да и похуй на кабана. Потом на сало его пустим. Да, бля, заебал орать, я его убить хочу. Блин, а в смысле лось? Лось? Этот, который в «Братце медвежонке» был. Вот ты мультик посмотри. Блять, а это что за кошка? Это лиса. Пизда ей. Хорош. Иди разделывай. Блин, она на кошку. Разделывай, сейчас мясо будешь. А, поставь камеру здесь, у моста. Так, вот давай вот, короче, вот так. Не думаю, что на мост заходит, просто у моста можно. Короче, в речке нельзя поставить, ладно. А, ну, капкан вперёд. Где-то у здесь поставишь. И мясо. Все, хорош. Пойдем вон в ту вышку, которая светится. Пойдем, Кади, я помню, как нас. Тут прыгать. Орет где-то. Давай в вышку бегом. За какой-то курицей гоняется, дебил. А он отхилится. А, он уже не может отхилиться, урон засчитали. Убежище один какое-то. Здесь вон спуск. Поехали. А как? Прыгни. А, нормально. А, поехали. А хочешь еще угар, смотри. Вот это вообще четко, просто я вот понимаю. О, тут человек. Надо его сфоткать. О, Питер. О, Питер, мы тебя нашли. О, а что с тобой случилось? Я его сфоткал. Это у вас буст, конечно, сейчас. Да. Уши просто дрожат. Я его сфоткал, все. У него тут тесак. О, мобила. Джон Коуман. Ебать, у него... Слышишь, он... Кто нахуй? Это кабан. Слышишь, ты, блядь, это... Ну, смотри. Так, у него, слышишь, у него на мобиле 5G ловит, нихуя себе. Джон Коуман. Джон, привет, нужна твоя помощь. Привет, бро, а что случилось? Моника. О, вы расстались, что ли? Воу, нет. Она, блядь, воу, нет. Она хочет поехать в лес на пару месяцев. Воу, я даже не удивлен. Удивился бы, если бы вы расстались. Девушка твоя та еще любительница приключений. Хочешь с нами? Было бы неплохо. Я за. Ебать, тут дальше можно читать. Короче, Данюк, читать опять много. В конце. Это был Бигфут, Пит, я увидел его. Все, а дальше бери сам скрин этот телефон, показывай всем очень любопытным. Моника, я пошел Джоном к водоему, может ему будет лучше. Мне так страшно, Питер Милс. К водоему какому-то они пошли. К водоему. Я возьму фонарик с собой, короче, мало. Блять, он где-то здесь. Ебать! Он здесь! Подобрал, бля. Ай-яй-яй, больно. Сука, да отъебись человека, нахуй. Что ты достарал? Что происходит? Сигнальную ракету фигать, что ли? Да лови с ножа по лицу, тварь. Да что ж ты будешь делать? Давай, фуронер, сука. Чё он... Вон он, видишь, в нём тесак торчит. Да. Беги, тварь, беги. А чё так много урона ему нанесли? У меня вот такой вопрос. Урона много нанесли ему?
Ну, в смысле, немного, наоборот. Эта гнида смылась куда-то... Тотем забери. Камера какой-то. Вот этот. Блять, а чё мы так много урона? Слушай, давай это... Вот он если сейчас прибежит, мы вот по этой фигне в обратку от него поедем и все, давай. Да не, слышишь, меня реально разочаровало. А, тут еще у него записка. Не записку, мужик, вот телефон у него. Я телефон смотрел, да, и записку зачитал. Тебе что-то подсказывает, он сейчас назад прибежит. Ну, да, его долго мочить, так же как Рейка. Ну я вон вижу, кстати, что камеру на мосту этот дебил не тронул. Он убежал к другой камере, там что-то потусил. И... Я успел след сфоткать его еще даже во время боя, прикинь. Ну это вообще мульти, блин, этот... Как его? Красавчик, короче. Пошли, пойдем куда-нибудь по тропиночке. Не, кстати, знаешь, в Рейке как-то страшнее было по лесу гулять. Да ты заебал орать там, долбоёб. Ну-ка, чё по камере? А, не, кажись, этот дебил вот именно... А, не, вот она, камера на мосту. Я вон там кабан... О, слышишь, она кабана, можно камеру повесить? Не, нельзя. А вот в Рейке можно. Кабанов там много, захилиться может. Странно как-то, тут волчара ходит, и вот через 2 метра кабан ходит. Что-то непродуманно. Пойдем вот вон туда, куда он убежал, пошли. Я вот смотрю камеру на этих вот... А уже утро настало. А, уже утро. А, внутри. Ебать, кабан бежит. Блин, кабан убежал. Выйди из камеры, долбоёб, блядь. Кто? Бигфут бьет? Серый, сука, отъебись. Разделывай его. Да у меня, блин, это самое. Я вместо того, чтобы ствол выхватить, я в камеру 4 раза зашел. Тут вот кабан меня тоже напрягает. Флеер, сука, ты же должен... Ну, правильно, да, я потратил вот эту хуйню. Она нужна, чтобы отпугнуть Бигфута, когда он нас с тобой насилует. Да ты мне про пистолет говорил. О, вон он идет. Справа у моста там пошел. Вон идет. Я по нему попал, он убежал. Пойдем туда за ним. Трабл, он хилится, собака. Это тоже. Он в лагерь убежал. А мы тут были? Да. А нет. Нет. Ты Монику нашел. Басы. Питер. Ты был прав, я не выживу, он очень рядом, пожалуйста, уезжай отсюда, только не забывай меня, хорошо? Я люблю тебя, пидор, прости меня. Моника Чемберс. Я не могу без приколов читать эти записки, никакие раханы. Тут опять телефон, короче, да, и... А, не, стоп, это... Не, это... Не, блядь, это другая переписка, короче, тоже фотка, и, потому что я ее читать полностью не хочу. Ага. Типа, если бы я сидел один, ради бога. А так нет. Не с вами на запись, молодой человек. Он здесь где-то. Да похуй на него, я вон патроны нашел. 12 калибра тебе надо? Это, по-моему, для конечно, дробаша. Для мини. На 12 калибр. А для меня есть что-то? А какие надо? 7,62. Спасибо, а я тебе 12 калибр. Это ты подождал, чтобы я тебе сначала что-то... Так, тихо, что? Камеры. Да нет никого. А, это лося, наверное, увидела. Ой, оленья. Тупорылая. Нет, лося, это 8. Возьми флеер новый себе, он тут на столе. Денно. Мать, какая-то... А ну-ка, о, тут тоже патроны в ящике 12 калибра, иди сюда. Меня вот очень разочаровало, что этот 12 калибр нихера не надамаживал, меня как будто его иголочками потыкал. Тут много всего, динамит есть, бочки взрывные всякие. Может здесь камеру поставить, кстати? Хотя у нас больно много камер в одном регионе, надо подальше куда-то уйти. О, дрон решил использовать. Я решил, ох, ебать, он, конечно, вот это он носится. Он, если из зоны выйдет, он
умрет. Да он как угорелый летает. Так, вот сейчас вот интересно, куда мы пойдем? А что это за тотем тут я нашел? Какой-то... О, пошли к тотему, оставь там дрон. Если это тот тотем, он нужен. Там такой зеленый, слышишь? А дроном меня проводи. Вон, видишь, где я? Я сзади, сзади, поверните. Вижу. Эй, чё-ней, как она там говорит? Эй, чё-ней. Эй, чё-ней. Да, давай, давай, давай. Камни начали падать, я обосрался. Куда? Камни с небес? Да, куда ты? Да, мужик, блядь, вот он я, сзади, сзади башку поверни. Вижу. Пиздец, неуправляемый вообще. По варке он управляется лучше. Летит. Вот это. А-а-а! Ой! Ебать, я шокером могу стрелять еще. Ты чё, дурак, я обосрался. Я как понял, вот здесь ставится тотем и возрождается человек. Оставь дрон здесь, чтобы он у нас на карте здесь был, и мы сюда, если что, потом вернулись. Ты падла, нигера оставил одного. Хотя мне пофиг. Не, пошли, я думал, мы туда пойдем через мост или не туда. Хотя ладно, пошли здесь. Пошли здесь, ладно. Идешь? Типа там через мост? По карте ничего не должно быть, по идее. Ну да. А, кстати, карту можно крупным планом открывать. Да ты что? Аккуратно, ловушки могут быть. Вот это гнида, короче. Возьми еще третий тотем. Этим столбом тебя ухерачил. Это вот на тот случай, если кто-то из нас с тобой помрет. А если я помру? Ну, дашь тотемы, пока лежишь. А, кстати, если тебя вообще выбьют из сил, я могу тебе дать аптечку, и ты похилишься. Опа, камеры. Знаешь что? У дрона тут, зона недосягаемости. Ой-ой-ой-ой. Я знаю, пофиг, пусть он там будет. Ой, мужик, блять, нахуя я взлетел, вопрос? Вот я, ну все, в пизду, похуй, короче, на этого дрона. О, я себе дробаш нашел. Схерали тут везде стоят надгробия, чё за пиздец? Не знаю. Чертовщина какая-то. Так, у меня есть дробаш без патрон. Ладно, это на будущее. О, фейерверк возьми. Блять. Фейерверк привлекать. Нашел патроны. О, тут есть журнальчик с НЛО, смотри. Какой-то. Не, не читается даже. Не читаю, блин, что там написано. Ой, это входной свет, типа. Ай, глазик почесали и пошли. В помойке есть что, нету? Сомневаюсь, что у нормальных людей что-нибудь ценное в помойке было. А так бывает. Там типа вот дальше еще что-то есть. А, это мы на трассу с тобой вышли. Mm-hmm. Мы начнем либо рабочем месте с тобой, кстати, сейчас ты в курсах, да? Туда залезть нельзя, вот сюда наверх, а очень жаль. Да. О, можешь на трассе камеру долбануть? О, там менты, ментов пизданы. А у тебя кончились, наверное, камеры, да? Да я, ты думаешь, их ставил вообще? Нет, конечно, не кончились. Давай вот я прям на ментах воткну. И так можно сделать, даже, ты прикинь. Нормально. Вот здесь. Тут. Чтобы этот пидорас до нее не добрался. Пистолет, патроны. О, ну я возьму патрон, это нахуй, нахуй этот пистолет не нужен. А может пистолет этот лучше, чем твой? Вот такой же пистолет. Он где-то там орал. Давай, гнида, выходи. Слушай, вон там дом какой-то вижу, вон там. Пойдем в него.
Так это дом, мы оттуда его пришли. Уверен? Ну да. Я прям сквозь кусты хреначу. Я за тобой, но мы оттуда пришли. Ну просто нам надо в доме сидеть, так будет лучше. Нахуя нам в доме сидеть? Размотает. Не понимаю. Просто впечатление, когда в доме сидишь, прикольное. Там какое-то дерево светящееся. Ну, секойка, секойка. Горящая только. Если бы это гварки можно. О! А ты говорил, зачем мы сюда пошли? Ебать, тут камни с неба падают. Да. Тут пещера его. Патроны. Ну, типичная комната анимешника, сычика, Корзиновича. Да, ничего особого тут нет. Как ты знаешь, в натуре. Ну, как, собственно, и в самой хате сычика анимешника. Но мы нашли одно его логово, здесь можно камеру поставить. О, этот дебил на трассе сейчас стоит. Ага, то есть он идет сюда, можешь капкан бахнуть? Да, кстати, он идет сюда. Ага. Иди в пещеру, капкан поставь. Он реально идет сюда. Поставь капкан, если есть. Нету, мужик, готовимся стрелять. Он, ну, он в эту сторону куда-то. Пойдет. Если что, фаеры тоже готовь. Блять. Он здесь. Сука! Я ты стоп, блядь, сбудь. Мне так нравится, как ему по одному хп сносит, как он выстрелил. Ты чё по пенсии дышишь, блядь? О, музыка эпичная заиграла, круто. Там живой или? Да, живой, я похилился аптечкой. Сука. Ты не должен нигера убить, ты это знаешь, мужик? Я типа негера не просто так взял, он всегда должен выживать. Мы же толерантные там все дела. Посмеешь? О, тотем, здрасте. Ай, сука, больно. Да нет, да не бей нигера, сука. Тотем бери, пока он убежал. Где это падло? Черный. Он упрыгал, уважает. Он упрыгал. Взял тотем? Да, чем мне... А, во, у меня есть. У меня есть. Так, ну слушай, нифигово мы ему так нанесли. С обычных пуковок-то. Нифигово? 100 хп ему сняли всего лишь. Ты чё, даже меньше ещё. Нормально. Только вот он подхилиться может. Он уже. Он где-то там. А у тебя есть фаер ему туда долбануть? У меня есть лучше. А, не-не-не. Это давай не здесь. Хорош. Нам пизда. Сейчас он сюда придет, меня с обрыва скинет. Да он вообще придет, мне это интересно. Пошли дальше, чё. А нахуя я запускал эту пора? Знаешь, такое ощущение, как будто... Рейк был страшней. Да, есть такое немножечко. Как-то с Рейком криповей было как-то неожиданно его встретить. А вот это вот, понимаешь, здесь нету вот той атмосферы этих инди-хорроров, построенных на инди. Ой, блядь, не на инди, а на юнити. Там звуки страшные были, музыка. И страшно именно тем, что это низко детализовано. А тут, видишь, не получается. Ну куда это мы с тобой? О, а мы здесь были. А мы здесь не были. Были. А, никуда, мы отсюда пришли. Хочешь здесь посидим? Ну, давай. Блин. Вот смотри, вот это вот башка оленя, а вот то мы находили с тобой лося. Ша. Нормально. А вот это енот. Вот это енот. Ебал его в рот. Ничего себе, тут дырки на еноте появились. Тут, кстати, ну, это, что, можно занавески завесить. Полежать на кровати можно? Не, нельзя. Можно посидеть на кровати. Посидим, посмотрим, что он там делать будет.
Возьму-ка я бейсбольную кепку. А если что, запись можно даже будет на несколько частей долбануть. И чё? Ну я хз, я тебя бейсбольной кепкой... У меня есть гаечный ключ. Я могу гаечным ключом, могу ножом, могу... Так. Могу... Ага. Ролики. Оно... Убитесь в другом месте. Оно... Оно сюда пришло. Какая оно камера? Блять, это мы как это, Лосяш с Копатычем. Да. Оно пришло. А на какой он камере? О, он на третьей камере. Ну это вот на трассе этот дебил. Топает. Пошли на трассу. Блин, ебать он ходит, конечно, угарно. Даже Рейк не так угарно бегал. Рейк вообще на пафосе выходил. Меня уже оставил, взял, ну ты... Лосяш. Так я же сказал, пойдем. То, правда, где трасса? Вот туда нам на трассу. Давай посреди белого дня и... Вон он идет! Вон он идет! А. Эй, мудак, и сюда. Ну куда ты? Кашу. Раньше были... О, попал ему уже. Патроны. А, то, что можно его отслеживать, где он ходит. Сейчас таких нет. Вот я пиздал, куда вот он снимался? Я слышу этого мудака, мы его выследим с тобой, Данёк. Мы его башку повесим, блять, над сортиром. Да, аптека бы хватило. Я уже две свои проебал, так что. У меня одна осталась. А куда он ушел? А хуй его знает, на трассе этого дебила нету пока что. Ладно, может тогда что-то новое сходить найти? Нам же надо аптеки. Ну вообще да, можно было бы. Но мы как раз таки идем в сторону чего-то нового и неизведанного. Куда-то, иди сюда. Назад вернись, долбоёб, потеряешься. Так наше на карте видно. Ой, блядь, ну как хочешь, как хочешь. Он здесь рядом со мной. Блять, да как так-то, сука? Какой долбоёб? Почему нигер не может нормально заехать на вот эту вот? Ой, блядь. Я по этому зиплайну проехался и сошел с него раньше, чем надо, и ёбнулся просто, блядь, со скалы. Бывает. Вот так хочу сказать, ёбнулся. Больно, между прочим. О, они неплохо тут так, знаешь, напоминает мне чем-то нашу базу в арке, когда я еще этому, бля, как его звали, кенгуру, во, строил базу в секвейке. У кенгуру пасека была, потом его зарейдили. Да там пиздец, я ему столько всего построил, этот мудак просто не заходил. Его зарейдить как нехрен делать было, я вам говорил об этом. Этот пидор хитрится, ходит. Так, я лося убил. Ой, олени. Нормально, мясо есть. Плюс две штуки аж. Дом нашел новый? Не дом, а деревню. О, сейф нашел. Блять, а какой тут куб? А там, наверное, в деревне есть. Ладно, 1337. Блять, 1337 не подошел. Ой, блять! Иду к тебе. Ай, сука! Ай, блядь, выключись нахуй, пожалуйста, что так... Заткнись, блядь! Ай! Блядь, минус уши просто пиздец. О, тут... Тут лось идет прям вдоль дороги. А, блядь, мужик, ты бы сейчас слышал. Это просто нахуй реально минус уши, блядь. Пойти выпилиться захотелось резко что-то. Так, я пришел. Пришел? Да. Иди сюда. О, дом закрытый, в нем, наверное, есть код. Да, блядь, иди сюда. Ну. Сейчас приду. Тут вон вторая бейсбольная кепка есть. О, где? Ну, иди ко мне. Он на третьей камере в капкан попал, смотри. Он капкан сломал. К нам бежит. О, боёб, блядь. Не, он бежит в другую сторону. Уверен? Да. Ко мне надо было не сюда идти, а на другое место.
место сейчас за тебя отведу. Сейчас отведу. О, капкан. Просто, блядь, ёбу дашь. Пошли, иди сюда. Погоди, иду, иду, иду. Ну давай, шустро, шнеля, биту. Биту взял. Так, где, куда? Гейн хир, шнель. Сюда. А, я знаю. Да сука, блядь, в смысле ты знаешь? Ты не должен был знать. Такую штуку. Ты должен был обосраться так же, как и я сейчас. Ага, сейф нашел, да, значит? Давай код искать. О, давай. В этой деревне. А мы кодов не видели, да? Никогда. Он может быть где угодно, даже под ковром. Бля. А, самые рофильные, смотри, в окно залезаю. Пиздец, блин. Слушай, тут уютно, давай здесь останемся. О, вот тесака я обосрался, он на какой-то камере. Дебил опять на трассе. Он на трассе камеру сломал. Мудак сломал там камеру. Ладно, хрен с этой трассы, он капкан там сломал. О, АВМ через буковку V, понятно. Все, все, Данек, заебись, у меня есть АВМ. Ты код нашел? Ага. Круто. О, слышь, а как его эту сфоткать? Я винтовку нашел такую же, как у меня, но она тебе не нужна, слышь, наверное. Слышь, я говорю, как сфоткать его камеру? А, где сфоткать? Ну вот иди сюда. А, это я фоткаю, у меня фотоаппарат. Ну фоткай, пожалуйста, суд фетишист сюда. Сфоткал. Мы как расследователи какие-то. Ну, мы они и есть. В мангале было мясо? Да, да. Это да. Хорошо. Ночь сейчас настанет, а он гуляет по трассе. Фу, какой некультурный.